Привет, друзья и подруги! Вы на канале «Что посмотреть?» С вами, как всегда, я, гражданин-режиссер, и это разбор трейлера 6-й серии, архиважной серии «Дома дракона», потому что первым блогерам, первым обзорщикам в Америке выделили именно 6 серий, сказав, что это краеугольная, важная, поворотная 6-я серия. И нам уже показали трейлер, и здесь есть что рассказать, здесь есть что разобрать, здесь гораздо больше нам сказали, чем в прошлой серии, где мы заметили только, что затеял Дэймон. Тут гораздо больше и интереснее, потому что время прошло. И первое, что надо сказать, король Визерис еще жив. И в разборе 5-й серии, которую вы можете здесь посмотреть, я не сказал важное. Первый момент и вопрос, король до сих пор жив? Казалось, что тогда он упал не выдержав, казалось, что все, конец королю. Король обессилен, король не выдержал, вот он поженил, последние силы потратил, но он до сих пор жив. Что это значит? Я, конечно, бы хотел это оставить для разбора дальше Визериса, но я скажу сейчас. Это как проклятие, это его ноша, то есть ему умереть тогда было бы лучше, чем до сих пор нести этот кровавый терновый венец. Но он его несет как свое проклятие, как адскую ношу. Ему как будто сверху говорят, нет, твое время еще не пришло, терпи дальше. Поэтому для него это проклятие, лучше бы он тогда ушел, чем до сих пор мучается. Для него это тяжесть, а не радость, что он выжил столько лет. Но здесь уже выросли, и вот героинь поменяли. Посмотрим, как они будут играть. Насколько мне интереснее всего посмотреть актрису Рейниру, потому что молодая играла очень сильно, показывала этот таргариенский характер. Но тут выросли уже и внуки Визериса, и внуки, и очень важная сцена, потому что нам здесь показывают того самого старшего мальчика Эйгона. Того самого, и мы видим его взгляде на улице, видим, что мать его учила. Мать его учила, что он должен быть будущим правителем. В его взгляде это видно, что он понимает, и у него есть знания и желание занять престол. И вы видите под его амуницией этот зеленый цвет. Цвет, который одеяния, которое одела мать в прошлой серии, повзрослев и объявив войну зеленых. Уже тогда и там, на том самом сватовстве и свадьбе. И здесь он такой же. В его глазах видна эта жажда войны. И очень важный момент, потому что там, тренируется и сбивает кого? Сына Рейниры. Скорее всего, это сын Рейниры, Джей Харрис. Сбивает его он там. То есть возникает это противостояние там уже. Но момент. Потому что в следующих кадрах, если вы внимательно будете смотреть, мы увидим этого мальчика с темными волосами и светлой кожей рядом с Рейнирой. И возникает очевидный вопрос. А что это значит вообще такое? Папа ведь темнокожий. А Таргариены, мы знаем, цвет их волос. Как у, вот здесь, у Эйгона, они должны быть именно такого цвета. Но тут волосы темные. Не значит ли это? И нам через трейлер подсказывают, что да, именно что значит. Именно что действительно есть кто-то другой, а не от кого-то другого. И тот, от кого они, он здесь уже присутствует. Он немножечко был в прошлой серии, в самом конце. Но здесь мы его увидели. Человек, который, кстати, и следит за ихними тренировками на мечах. И сразу же встрял, и сразу же вскочил, когда случился этот момент с Эйгоном, потому что упал его сын. И он об этом знает. Да, это старший сын Десницы. Старший сын Лионелла Стронга. Это он любовник Рейниры, и здесь нам это показывают в трейлере. И заметьте, королева пытается Визерису донести это. Она, Алисента, пытается донести это, но Визерис, как вы понимаете, как он обычно относится, он все время пытается сохранить, чтобы волки сыты и овцы целы, и такое озвучить, ты что, безумно? Конечно же нет. Одумайся, что ты вообще мне говоришь, что ты мне предлагаешь? Он бы никогда на такое не пошел, даже если бы это 100% было так. Поэтому Визерис, когда было с Дэймоном, он не то чтобы поверил своей жене до конца, что действительно ничего не было с Дэймоном. Он просто хочет, чтобы все было хорошо в семье и никто не пострадал. Поэтому он и передал колбочку в конце, тогда Рейнир и здесь. Даже если это правда. Жена, молчи об этом. Не говори мне. Моя ноша и так была адски тяжела. Посмотри, во что я превратился. И он действительно на него тяжело смотреть без слез, как выглядит. Теперь уже
Визерис, король Визерис. Также, кого здесь показали в трейлере нам еще, кроме всего прочего, это главная линия. О, нам еще показали здесь Лейну Веларион, да? Лейна уже с потомством. И если вы посмотрите следующий кадр, то можно увидеть ее на драконах с Дэймоном. И можно тогда вспомнить, что было на той самой свадьбе, где он подходил к ней и понять, что, у них, значит, брак с Дэймоном. Значит, у них есть теперь союз общий. И обратите внимание, пока что просто обратите внимание на дракона, на котором она находится. Это самый огромный дракон, которого покажут в этом шоу. Здесь и сейчас. Это самый огромный и большой дракон, который здесь есть. Также нам показали второго мальчика, второго сына, и он пытается учится приручать своего дракона. Нам показывают только кадры, то есть уже молодое потомство. История в развитии, и это очень интересно. Это переходная серия, очень важная серия, архиважная серия. Смотрите, как много было показано уже из трейлера. Ну, во-первых, то, что дети Рейниры, это не ее дети, и нам громко это сказали. Кто ее любовник, нам показали. И, кстати говоря, ее любовник, старший сын Стронга. Тут еще есть момент, где можно заметить, где он бьет ее бывшего рыцаря. Рыцаря, который плакал и который переживал за свою девственность. Видимо, длинный язычок был в тот момент у него, и он его так приструнил немножечко здесь, в нескольких кадрах. Внимательно посмотрите, очень много разных маленьких деталей в этих всех кадрах здесь есть. Поэтому события развиваются с невероятной интенсивностью. Сделан резкий скачок, но заметьте, вот скачки есть, но они не ощущаются, не ощущается рваность истории. Вот что значит хороший, грамотный сценарий. Обратите обязательно внимание на разбор, если не видели пятой серии. Вот там действительно я глубоко рассказываю все подтексты, все причинно-следственные связи, которые здесь есть. Обязательно обратите внимание. Получите огромное удовольствие. Ну а кто не подписан, дорогие друзья и подруги, подписывайтесь сейчас, здесь и сейчас. Набирайтесь, дополняйтесь в эту армию. У нас армия, которая растет с каждой серией неимоверными темпами. Ну а кто подписан на меня, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а вы были на канале «Что посмотреть?» И с вами был я, гражданин-режиссер. До скорых встреч. Пока.